Привет, друзья и гости моего канала. У нас сегодня пирожочки с картошкой. Вот такие пирожки. И это обои с картошкой. Приятного аппетита! О. Это шланг. Чеснок пустил. Наконец-то мой чеснок увидел воду. Купила я шланги, вот эти желтые. Какие-то новые. Ну, хорошие, прочные. 95 рублей метр. Мне надо 35 метров, но купила 30. Она говорит, у нас упаковка 25, и отрезок есть 5 метров. Больше, говорит, нету, разобрали. Я говорю, ну давайте сколько есть. А мне до ореха. Как раз что-то не хватать будет 5 метров. Ну ничего. Ведрушку поставлю, ведра 3-4 ввалю в него. Там рядышком перетаскать от шланга. Ничего. Когда грушечки не хватает, груша. А тоже ведра 3-4 вали в нее. Со следующей пенсии надо еще подкупить 6 метров. Не 5, 6 метров надо. Это со следующей пенсии. Да, друзья, пенсия небольшая. Две 800 отдала. За 30 метров. Я хотел 35 взять, она говорит, нету больше. Но они не тяжелые. Они вот так скручены, как раз упаковка. Ну и 5 метров она так вот скотчем скрутила их мне. Донесла до остановки. Ну, тяжеловато, но не очень. У меня сегодня закончился этот трафик. А я в Москву звонила. ВТП банк. Может быть, наверное, минут 5 я с ней разговаривала. Ну, это, наверное, Москва и содрала у меня. Сегодня у нас 4-е, я плачу всегда за телефон 13 числа плачу. И это глянь, сегодня 4-е, сегодня трафик закончился. Представляете? Никогда такого не было. Всегда у меня был день в день трафик заканчивался. На этот раз, глянь, на неделю раньше. А что делаешь? И я кинулась дома. А трафик закончился, и я не могу положить на телефон деньги. С карточки, с онлайн-банка перекинуть. Ну, пришлось ехать в Калач, с карточки снять, положить. У меня 3000 лежало на карточке МИР. Ну, я их взяла. У меня от пенсии 3000 осталось.
Видите, как я, друзья, экономлю. 3000 от пенсии у меня еще осталось. Вот так, в натяг. Я эти 3000 положила на накопительный счет. Ну, я накопительный счет себе открыла. Ну, там немного проценты идут, но идут проценты. Потихоньку, но уже неплохо. Как говорят, ты же едешь, дальше будешь. Они мне онлайн Сбербанк мне предлагал. А мол, под 19%, мол. Мол, это, ложите, мол. Ой. И тут где-то через дней 10, наверное, может быть, через неделю-две, наверное. Может, через полмесяца, может, через месяц. Хренак, не 19%, а 16%. Представляете, как упал процент? Вот как делают, а? Представляете? Это куда же эти проценты-то наши упали? И всего, считай. Денежки, да не наши, я не стала ложить. Это они меня соблазняли. Мол, 19, у нас ставка, мол, выше открылась, 19%, мол, ложите. А люди, наверное, и положили. А я же говорю, а потом, наверное, через месяц или дней через 20, ну, через месяц, наверное. Хренак, 16%. Это что же, получается, у людей... 3% сгорели деньги. Не надо. Дураков нет. А я зашла в магнит, хинкали взяла. Ну, я взяла 20 штук, на два раза покушать. Я по 10 штук накладываю, не по 10, по 8 штук я накладываю. Накладываю в тарелочку, по 8 штук кушаю. Но надо было, конечно, 24 штучки взять. Не 20, как раз на 3 раза. Ой, сегодня в магните такие скидки хорошие сегодня в магните. И сосиски, и сардельки. Папа может, по-моему, 99 рублей сосиски. Акция, скидки вот эти вот. Друзья, такие скидки большие вообще. Вот 99 папа может. А потом хуторок сосиски. Там, по-моему, 700 грамм, что ли. Тоже где-то, что 10 рублей, что ли. В общем, скидка в магните сегодня охрененная, большая. Ну, пенсия небольшая, все не укупишь. Я взяла себе хинкали. Я в прошлый раз брала фарш. Вот я по-флотски делала макароны, спагетти по-флотски делала. У нас в Восходе брала фарш. Он, по-моему, 99 рублей стоит. Или 110. В общем, предел 100 рублей куриный. Ну, ты знаете, мне понравился.
И вот я еще его куплю на килограмм. Я тебе купила пирожки. Я не помню, друзья, сколько они стоят. Я сегодня в наш рыбный магазин зашла, в наш донской. Уже донская рыба во всю лежит. Сазан лежит, судак лежит, карась, ну, этот, ну карась, гибрид его называют. Вот. Щуки не было. Толстолоб и рубленый прям кусками. Рублей карась. Свежий с Дона карась. Ну, он еще держится, цена. Скоро будет он рублей 15 будет стоить. Жара вот это попрет. Его, он будет очень дешевый. Я же говорю, рублей 15-20 он будет стоить. Выпила. Все, друзья. Долго не буду сидеть, еще яблоко купила. Там, знаете, надо было показать. Крупное такое яблоко. А у меня, знаете, на голландское похоже, на голландское яблоко. Крепкое такое, красное. Тоже акция была. 100? 111 рублей, что ли? Разобрали, ящик пустой. И вот я подошла, там 5 вот таких меленьких лежало яблочко. И одно красное, прям крупное, хорошее такое, я думаю, гля, меня ждала это яблоко. Взяла яблоко. Ну, яблоко взяла, хинкали взяла, тебе в магнит зашла. А что я еще взяла? Хинкали, яблоко. Гля. А, нанскую, морковку нанскую взяла, или шантане. Она коротенькая, но такая, знаете, широкая такая морковка хорошая. Посею. Что выйдет, выйдет, не выйдет. Ладно, друзья, пока, 13 минут. Спасибо, что послушали меня, кто посидел, может быть, чаечек со мной попил. Всем приятного аппетита. На этом пока, друзья.